Девчонки, всем привет! Напоминаю, что мое видео можно смотреть на двойной скорости. Ничего не потеряете, зато время пройдет намного веселее. И, ну, давайте смотреть, что я тут разложила. А разложила я тут следующее. Значит, у нас здесь есть украшения, которые давно лежат. И я вообще не понимаю, почему такие роскошные и шикарные вещи я вам не показывала. Я все ждала какого-то особенного момента. Но будем считать, что вот он и наступил. Значит, первое. Перед нами плисовый малахит. Этот набор был уже в видео, и его даже отложили, и как-то вот человек не появился, поэтому я еще раз его выкладываю, хочу показать вам в продажу. $124 весь набор. Это армянское производство. Сейчас мы глянем кольцо. Кольцо большое, на 9, ну большое, опять же, все в жизни относительно, на 9 размер. Так, 19,3 даже. 19,3, $124, английский замок. Такую модель мы видели с Уваровитом, была у нас. В принципе, можно ее, сейчас девчонки попробуют на ухе. В принципе, это можно при желании заказать с любым камнем. Вот смотрите как. Я, конечно, модель так себе, но, как говорится, ваше внимание, в принципе, на серьги, правильно, не на меня. Вот, как вы видите, тут даже немножко получается заниженный штифт для тех, у кого проблемный прокол. Честно скажу, не тяжелые, легкие и довольно-таки красиво смотрятся, крупные. Весь комплект $126. Вот еще раз покажу вам тыльную сторону. Тоже само по себе произведение искусства. Так, тут у нас есть комплект по цене. Он уже потяжелее будет, конечно. Здесь, значит, какая-то интересная технология, когда используются сразу три вставки вместе. Как-то они соединяют камушки. И получается вот такая вот красота. Тут я вижу и перит, и моховый агат. И, по-моему, это кобальт-кальцит, поправьте меня, если я ошибаюсь. Ну, вот все вместе, такой очень богатый вид, очень красиво. Значит, ребята, вес первых серег был 16 грамм, вес вторых серег вот этих будет. Обе серьги 26 грамм, то есть по 13 грамм на серьгу. Сейчас посмотрим как-то в ушах, насколько это крупно. Видите, такая симметрия, все сделано именно по размеру камня, я так понимаю. Сейчас посмотрим размер кольца. 18,9. Но он мало мерит за счет вот этого вот разлета. Он идет на 18,5 классический. Так, какую мне серьгу выбрать? Давайте вот эту. Плоской стороной к лицу. Кстати, вот обратная сторона. Вот замок. Опять же, тоже заниженный штифт. Игла, сам штифт небольшая, то есть будет выпадать. И вот так вот, смотрите, как богатенько, я бы сказала, смотрится. Конечно, потрясающую работу у армян. Ребята делают очень красивые изделия, необычные. Поближе. Такое как поле чудес, я бы назвала. То есть прямо всяких разных интересных вставок. Ладно, класс, понравилось. $172. Посмотрим, что дальше. Это обсидиан. Значит, обсидиан у нас, вот смотрите, он имеет вот такие вот как шторки, что ли, посередине.
Иначе я бы его спутала с дымчатым кварцем. Поперечное кольцо. Обожаю поперечные кольца. Значит, здесь у нас, как видите, вот такие вот латунные, я так думаю, вставки. Это не золото. Он, между прочим, тоже полупрозрачный. Не знаю, сколько видно на этом свету, на моем освещении. Он и тоже полосатенький. Вот на солнце наверняка это будет видно. И вот такие вот серьги. Значит, что у нас тут происходит? Вот штифт, тыльная сторона. По весу, значит, во-первых, цена $163 набор. Во-вторых, вес у нас получается 27 грамм обе серьги, то есть это в районе 13 с чем-то. Ну и сейчас попробую я промерить одну серьгу и скажу вам свои ощущения. Может быть, сначала мы померим кольцо. Размер 19,8, практически 20. Так. Ну вот, давайте посмотрим, что у меня с ушами. Вот так вот смотрится. Тоже ощущение не тяжелое. Ну, для любителей более-менее крупных серег у вас такая есть возможность. Так. Вообще, конечно, оригинально сделана форма серьги. $163. Далее, вот этот вот набор, это виноградная лоза и периты. Смотрите, как сделано классно. Это вообще любимая тема армянских мастеров. У многих производителей есть вот намек на виноград. Сейчас посмотрим поближе. $157 этот набор. Ощущение 18. Ой, девчонки, извините. Ощущение 18 размера кольца. И сейчас посмотрим в плане серёг. Видите, есть левая, есть правая. Скажем, например, вот задняя часть. Видите, как красиво. Сейчас посмотрим на ухе. Как мое ухо воспримет. Вот так. Перит — это тот же материал, который вставляется в марказит, между прочим, в изделия Хонга. Просто там маленькие камешки, а здесь вот такой один большой. Так что можно, я не знаю, сколько можно сочетать по внешнему виду, но минерал один тот же. Так. Колюченький, нагромождение перитиков. Он же железный колчедан. Красиво, мне очень нравится. Так совпадает с серебром, но дает такой немножко золотой оттенок. И, значит, цену я сказала, правильно? $157. И вес серег 21 грамм на обе. То есть где-то в районе 11-10 грамм на серьгу.
Так, следующее, то, что мы тут видим, это будет вот такой набор. Здесь гранат Лабрадор. Гранат Лабрадор и кольцо. $129 этот набор. И он у нас идет без подвесной части. В отличие от предыдущих товарищей, английский замок. Какой у нас размер кольца? 18, классический. Давайте попробуем тоже промерить. Вот такой вот, вот такая серьга. Палочка маленькая, поэтому вперед не падает. Все сидит на ухе хорошо. Так, 129 такой набор. Наверное, все-таки померю кольцо. Уж что-то очень туговато оно. Он 18, но мало мерит, ну буквально на 2 миллиметра. Либо у меня уже палец средний не 18, а больше. Так, девчонки, значит, у нас тут три кольца. Это другой армянский мастер. Эти три кольца, я уже показывала их в прошлых видео. Они покрупнее, подороже. И я хочу вам еще раз показать, это работы, которые не повторятся. Это каждое кольцо эксклюзивное, то есть его делают под камень. Вот эти, например, модели, их можно повторить с другими вставками. Эти же модели повторить нельзя. Значит, вот это кольцо $115. Здесь вот такой потрясающий агат полупрозрачный. И я хочу сделать на него скидку в $10, и теперь его цена будет $105. Кольцо очень красивое, мне на второй палец. Оно 19,8, но оно, наверное, все-таки 19. Может, 19,3. Это раз. Еще раз вам покажу его. Значит, кольцо вот с таким вот, смотрите, в породе лазурит-азурит. Шикарный. Оно безразмерное, его можно раздвинуть. Я его сейчас не буду раздвигать, просто покажу вам, как оно есть. Это у нас, ребята, кольцо подороже. Оно его цена, поскольку это все взвешивается, $146. Но тоже я хочу сделать на него скидку в $10. $136. Вот такая вот шикарная порода. Лазурит вот в такой друзе. Тоже это вещи, которые не повторяются. И вот такое кольцо. Это у нас моховый агат, тоже полупрозрачный, тоже эксклюзивный. Эксклюзивная модель $112. Хочу снять $10. $102. Идем сюда. Здесь у нас уваровид. Уваровид маленькая. Это на 17,5 явно. Уваровид идет. Вы знаете, что уваровид — это вот такой вот вид гранатов, зеленый мелкой щеткой, на травку похож. $119 этот набор. Значит, серьги обе 16 грамм, то есть где-то по 8 грамм серьга. Сейчас попробую одну померить и заодно посмотрим размер кольца. Так, кольцо у нас
17,9. Ну, оно как бы восьмерка американская, но оно, девчонки, чуть-чуть мало мерит. На 18 оно маловато. Все-таки это 17,5. Смотрите, как красивая. Сейчас смотрим. Серьга. Вот. Вот такая вот интересная модель. С уваровитом. Видите, тоже сделано левая и правая. Вот такой замечательный комплект. $119. Смотрите, что-то такая цена еще получилась бюджетная. Так, мы дошли до янтаря. Янтарь калининградский, янтарная волна. Здесь было два комплекта. Они у меня лежали. Просто мне нужно было их показать девочке, которая должна была выбрать. В итоге что-то не срослось у нас. И вот я хочу его выставить, оба этих комплекта, в продажу. Значит, смотрите, что тут происходит. Значит, первый комплект с таким листиком, он идет, у него кольцо на 19. Такие вот серьги потрясающие. И кулон. И получила я наконец-то цепи опять по $36. Кому нужны, они всегда на 60 сантиметров. Вы их просто потом, соответственно, застегивайте ту длину, которая вам нужна. То есть получается у нас, сейчас мы это даже продемонстрируем, у нас выходит вот такая история. Вот так вот. На 60 сантиметров. Значит, цена этого набора, сейчас я вам скажу, я думаю, что они более-менее должны быть по цене одинаковы, потому что они идут по весу. Но все-таки я перепроверю. Весь набор, ребята, получается $158. Это вообще нереально дешевая цена. Это все натуральные ручные модели. И вот так вот в ушах. Я вам хочу сказать, что у нас сейчас проходит акция. Тут есть ребята, которые тоже продают янтарь по Израилю. Они сделали 50% скидки на некоторые свои товары. И у них даже после 50% получается дороже, чем у меня. Так что, девушки, кому нужен реальный янтарь в Израиле, я ваш адрес. Могу с гордостью это объявить на весь мир. $158. Вот такой вот изумительный набор из трех частей. Натуральный янтарь, серебро, роди черный, позолота, ручные работы. Второй набор за $170, чуть крупнее. Значит, тут кольцо, во-первых, разъемное. Не буду его тоже раздвигать лишний раз, то есть кому-то нужно. Смотрите, какой крупный, красивый. Вот такой же большой кулон. Так, иди сюда, дорогой наш. Вот он. И серьги. Тут, видите, какое-то сердечко. Какой-то такой рисунок романтический. Пластинки тоньше, чем в предыдущем, но крупнее. Сейчас посмотрим в плане примерки. Вообще, янтарь примерять одно удовольствие, он легкий. Он же смола.
И поэтому вообще не тяжело, несмотря на то, что крупненько. Вот такой вот. Как говорится, пользуйтесь, пока я жива. Реально таких вещей в Израиле не найти. Так. И вот такой вот шикарнейший кулон. У меня нет проблем, если вы между собой поделите комплект. Кто-то там заберет какую-то часть, кто-то какую-то. Нет проблем совершенно. Но отдельно, конечно, не хотелось бы разбивать, потому как такие комплекты, они... Ну вот, например, если вот в данном комплекте кто-то захочет только кольцо купить, то это есть, можно, потому как остается все равно кулоны серьги как бы в виде комплекта. То есть такой вариант развития событий возможен. Но опять же, все это можно обсудить. Так, девчонки, ну вот, собственно, все, что я подготовила. Загружаю видео, потому что сейчас видео грузится очень долго. И жду вас в комментариях. Всем пока!